Бездомного, который, по версии правоохранителей, расправился с незнакомым мужчиной, отдают под суд в Новосибирске. Комитет закончил расследовать преступление, совершенное на остановке общественного транспорта Гусинобродское шоссе. Причем во время разбирательства произошла переквалификация на более тяжкую статью – предумышленное убийство. В конце октября прошлого года пассажиры трамвая нашли на скамейке бездыханное тело человека с ножевым ранениями. Полицейские выяснили, это дело рук местного бомжа, который обитал неподалеку. У него произошел конфликт с потерпевшим. Сходив за оружием, он несколько раз ударил им оппонента в спину. Задержанный оказался рецидивистом со стажем. Его неоднократно привлекали к ответственности, в том числе за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. В местах лишения свободы мужчина провел более 40 лет. Освободился последний раз в 2018 году и вел бродяжнический образ жизни. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Совокупность доказательств, собранных в ходе предварительного следствия, признана достаточной, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Дзержинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.